как сделать сюрприз любимому человеку? Нужно спланировать все заранее, хорошо подготовиться и держать все в секрете. Но самое главное – это неожиданность. Сюрприз! Это мой брат Денис. Очень приятно. Здравствуйте. Спасибо. Извини. Денис, а чем ты занимаешься? Я музыкант, пианист. Творческая натура. И что, ты выступаешь где-то? Конечно. В Воронеже ни одно культурное мероприятие без меня не обходится. Дэн у нас вообще в деда пошел. А дед у нас был первым баянистом в деревне. В деда? Как интересно. И что привело тебя в Москву? Творческие разногласия с руководством. Это с кем? С кем за столиком была? С мужем. Подожди, пожалуйста. Может, не надо, а? Если у нас ничего не будет, я скажу мужу, что все было. Ясно? Кристина, это что за дела? И надолго ты к нам? Я решил вздохнуть от музыки, попробовать себя в чем-то другом. К тому же в Воронеже никаких перспектив, я вырос из этого города. В городе поймаю, яйца оторву! Я у вас поживу немного, пока квартиру не найду. Конечно, брат. Мы с Викой только за. А почему его не было на свадьбу? А Денис мой сводный брат. У нас один отец, но разные мамы. И моя мама его недолюбливает. Я ее понимаю. Да! Блин. А где Денис? Домой уехал. Сказал, Москва – деревня, а Воронеж – город возможностей. Я иду. Может, присоединишься? А? Сейчас масло, хлеб купил. Цену у вас, конечно. Макс, я тут эту машину помог толкнуть. Есть полотенце? В ванной.
Ну где ты ходишь? Я в магазине был. У меня нет слов. Вик, ну не начинай. Сегодня я устрою его на работу, он начнет зарабатывать и съедет. Ты устроишь? И куда? На одно из твоих предприятий управляешь? Нет, я связи подключу. У меня, знаешь, в одном французском ресторане жена директор. Я ее попрошу, она его официантом устроит. То есть ты решил всю проблему переложить на меня? Вик, ну уж без нас пропадет. Это я. Скользко, но уже все нормально. Алло, Аслан. Здравствуй, дорогой. Помнишь, ты мне какого-то зачетного шеф-повара предлагал? Мой? Что мой? Мой оборзел. Я змею пригрел. Я ему практически сисю дал, на, соси. Он кусать начал. Ага. Да. Ну, перезвони мне. Давай, давай. Если Виктора Петровича уволили, здесь начнется анархия, да? Ну ничего, я всем шутникам работу найду. Федя, гребешки Санжак. Синя, а? Опять он Шатобриан. Лавров, заготовки. Лев, что за стереотип? Что я-то сразу? Это приказ. Доброе утро, кунсткамера. Что застыли, тюлени? Шеф, так вас же вчера. И вы поверили? Но я сглупил. Дима погорячился. С кем не бывает. Он же не дурак, чтобы меня уволить. Еще какой дурак? Дурак, что раньше эту грыжу не вырезал. Чего стоим? Работаем. На днях будет новый шеф. А ты уходи. Шеф, не нужно было вам Нагиева оскорблять. А тебе, Гузок, никто слова не давал. Шеф, вот из-за вашего характера все проблемы. И тебе, Шавка, никто слова не давал. Зато ты первый не имеет нас права оскорблять. Да ты вообще гомо-сапиенс, молчи, когда мужики разбираются. Хорошо, что вас уволили. Что ты сказал? Да пошли вы все. Меня-то в любой ресторан возьмут. А вы тут скиньете, как... Предатель. Самое главное, всегда улыбайся, естественней. Вперед. Я в тебя верю. Бывает. Виктор Петрович, у вас прекрасное резюме, но, к сожалению, вы нам не подходите. Мы вам обязательно перезвоним. Простите, я все исправлю. Извините, я пожалуйста. Что? Кажется, мне палец. Поехали в тропутку. К сожалению. Да куда вы все смотрите? А где картошка? А где цукини? А где Лавров? Ладно, работайте, я сам все сделаю. Рубен Григорьевич,
Вы абсолютно правильно сделали, что дали мне второй шанс. Вот эта вся вот литература, Толстой, вот «Война и мир», «Наполеон» — это все мое. Я это даже читал. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Кстати, здесь у вас в ресторане потрясающе готовят. Да. Сегодня. И не волнуйтесь, я того вот хряко-усатого кабана, который тогда ужин испортил, я его турнул к чертовой матери, пускай катится колбаской помыл. Все нормально. Нормально все. Иди работай. Я гость. Ну и это... сам император харчевни меня встречает. А в хате будешь кривляться, спектакли устраивать. Здесь интеллигентное заведение. А что, простому смертному нельзя отужинать в вашем ресторане? Ну что вы, конечно. Ну? Проходите, присаживайтесь. Благодарю. Денис, иди обслужи его по высшему разряду. Будет хамить, сглатывай. Умеешь сглатывать? Сглатывай, давай, стартуй. Кто будет готовить блюдо от шефа? Это лысая жаба, что ли? Рубен Григорьевич, что если в нашем с вами кино Наполеон будет лысый? Ух, и трава у нас в этом году. Ты смотри, кто пришел. Что он заказал? Блюдо от шефа. Будет ему блюдо. От шапки. Блюдо от шефа готово. Называется «Le fufun pour le chef». Это по-французски. Как? «Le fufun pour le chef». Звучит красиво. Да. Вик, ну чего ты дуешься? Ну, перелома нет, всего лишь царапина. Да он случайно. А если он меня убьет случайно? Вик, обещаю, он больше не облажается. Давай. Это вам. Ля фуфунь пур ле шеф. Что? Ах ты, мозгляк! Это вы! Искариоты мне это приготовили! Ах, это вы! Сторож, охрана, выведите отсюда эту сволочь! Я так просто не выведешь, понял? Выведешь. Чтобы Баринова я здесь больше вообще никогда не видел. Дэн Сяопин, ты больше здесь не работаешь. Иди, вон, сглатывай. Полегче! Руку оторвешь, чем я тебя потом шинковать буду, Цербер. Виктор Петрович, вы в порядке? В полном. А эта компостная яма сгниет без меня. Вить, если тебе нужна работа, я могу помочь. Я что, похож на человека, которому нужна помощь? Я тебе отвечаю, на ровном месте вскочил и давай орать. Да спекся он, Лев. Будет теперь в психушке работать, в столовой. Лавров, на суп не хватает. Я тебя на заготовку отправил. Лев, прости, я просто Вику в травмпункт возил. Ну, что делать собираешься? Устроюсь куда-нибудь. Ну, хоть на стройку пойду. Денек выдался. Не надо на стройку. Здесь будешь работать. Поваром. Макс, ты что, я же готовить не умею. Тебе не надо будет готовить. Пойдем. Лев,
извини, что уехал, всех подвел, но я готов все исправить. Вот, познакомься, Денис, мой брат. Давай возьмем его на заготовку, а? Денис. Здрасте, Лев. Ты же сам говорил, что рук не хватает. Он человек ответственный, не то что я. А опыт работы? Так он работал поваром в лучшем ресторане Воронежа. Так что на заготовке точно справится, да? Ну, не знаю, мне нужно спросить. Кого спросить-то? Теперь ты все решаешь. Как скажешь, так и будет. Ладно, пусть завтра приходит на испытательный срок. Спасибо, Лев. Виктор Петрович, пойдемте домой, а то завтра спину не разогнете. О себе беспокойся. Тебя на этой галерее еще долго грести. Черт. Виктор Петрович, ну, будьте благоразумны. Попросите у Дмитрия Владимировича прощения. Макс, я здесь точно облажаюсь. Да, ты же музыкант. Подойди творчески. Представь, что кухня — это оркестр. Полчаса, как идет испытательный срок. Понял. Дела. Иди сюда. Всем привет. О, ты боялся. Заготовку лавровых крови. А если это Нагиев увидит? Он челядь лицо не помнит. Я ушастый, Настя глазастая. Народ, там второе пришествие шефа. Дим, прости меня за вчерашнее. Да и за все остальное прости тоже. Ох, батюшки, какая речь. Нравится тебе речь, да? Мы сейчас прямо расплачиваемся с Юлькой. Рылами в салат. Опять приперся тунеядец. Как-то он это странно выглядит. Ага. Трезвый. Я серьезно. Возьми меня обратно, Дим. В этом и проблема. Я 5 лет для тебя, Дима. А ведь я Дмитрий Владимирович. Ведь я твой начальник был. А тебе чего показалось, малыш? Что я твой кореш, да? Дружбан? Поэтому ты сел мне на шею, ножки свесил, сидишь, болтаешь, песни поешь, да, в носу ковыряешь, бухаешь. Нет, нет, бери шинель. Давай, чапай домой. Ладно, раз мы теперь с тобой не друзья, Дима, может быть, мне твою серую бухгалтерию в налоговую отнести? Остапа понесло. Я ведь один на дно не пойду, я за собой. У меня копия есть. Ты ленивый такой, копия у него есть. Ты коньяк даже в стакан не наливаешь. Из горла хлещешь, копия у него есть. Все, колено лысое. Колено лысое — это я. Ну, молись. Надо ж, как страшно прямо, а. Давай. Чеши отсюда, великий комбинатор. Сидим перепуганные прямо, трусы мокрые у нас с Юлькой. А что горит?
Иди за тряпкой. А я боялся, что без меня тут бардак начнется. Шеф. Ну, теперь я спокоен. Соберу вещички и свалю отсюда. Извините, я с первой зарплаты все отдам. С какой с первой зарплаты? Ты уволен. Чего ты в бухгалтерию не зашел? Ты ж день отработал, тебя рассчитать должны. Да сколько я там заработал? Какая разница, что заработал? Ты весь день пахал, гриль чистил. Иди возьми свое. Иди. Ну что, Аркадий, поплыли из этого болота. Стой. А да! Так. Что еще? Давай. Да может не смущай, да? Здравствуйте, я за деньгами. Чего? Сегодня же игра. В центре поля пока находится мяч, команды ищут... Вы тоже мясной? Я гладиатор. 0-0. Садись. За Спартак! Это еще что? Завтра я тебе спартаковский бар покажу. О, это будет. Я могу, работу надо искать. Да. Ладно, приятно было познакомиться. Давай. Виктор Петрович, я могу что-нибудь для вас сделать напоследок? Можешь. Возьми твоего парня обратно. Денису, но, шеф, вы же сами видели. Это моя последняя просьба. Хорошо. Пусть работает. Молодец. Никогда не сдавайся. Пока ты продолжаешь бороться, судьба всегда может наградить тебя. Поплыли, Аркадий. Домой, в ванную. Но стоит тебе опустить руки и подумать, что хуже уже быть не может. Ой. Судьба преподносит тебе сюрприз.